39 человек решили накануне прокатиться за рулем после бурного застолья. Госавтоинспекция в усиленном режиме продолжает вылавливать нетрезвых водителей по всему краю. Профилактическая акция продлится до конца года. Только за два дня в руки дорожным полицейским попались 75 автолюбителей. Для десятка из них встреча с правоохранителями закончилась возбуждением уголовного дела. Дальше больше. Число нарушителей, прогнозируют инспекторы, к новогодним праздникам будет только расти.